так, чуть на меня. Так. Стоп. Улыбочку. Отлично. Ну что, Жень, будут тебе чудесные кадры, а то съездил, понимаешь ли, в отпуск. Так, ни одной фоточки не принес. Честно говоря, не люблю я это дело и, ну, как ты уже поняла, не умею. Не в свитере, наверное, жарковато на пляже. Ох, поостри мне, поостри. Ну, надо, чтобы фотки какие-нибудь были. Слушай, ну тебе крупно повезло. Вот что я хочу тебе сказать, потому что сегодня мы будем разбираться во всех тонкостях фотосессии, фотоискусства и, в общем-то, этого достаточно непростого дела. Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует начинающая фотомодель Женя Плотников. И звезда фотосессии Саша Байдачная, если в двух словах. Пожалуйста, сколько угодно. Если в двух словах, фотосет – это такой процесс фотографирования модели. Чаще всего для рекламы, домашнего архива, может быть, какого-то свадебного альбома. Исторически фотосеты появились еще в начале 20 века, аж в 1912 году. Просто тогда они еще так не назывались. Уже в позапрошлом веке люди умели удачно вписываться в кадр. А я вот так и не научился, честно говоря. Итак, специально для тебя и для всей мужской половины человечества, вернее, наших телезрителей, парочка советов. Итак, Жень, пожалуйста, становись прямо, выпрями спину, скрести руки на груди. Надо губки складывать. Вам поза номер один. Отличная, мужественная поза. Можно воспользоваться реквизитом, которого у нас сейчас нет, и перекинуть плащик, например, за плечо. Эх, мне бы плащик через плечо. Жалко. Или вот отличная поза для большой компании вашей модели. Ложаться на пол или на траву, если фотосессия происходит на открытом воздухе. А вы снимаете сверху. Получаются очень живые и яркие кадры. Ну да, это, кстати, отличная идея. Ее часто эксплуатируют. Если вы задумали фотосессию, обязательно возьмите с собой домашних любимцев. Порой они могут создать просто, ну, шедевральные кадры. А вот эта пара решила сделать красивую предсвадебную фотосессию со своей собачкой по имени Луи. Но вот только они наняли профессионалов, подготовились, не учли одного. У Луи был свой взгляд, как сделать такие снимки действительно запоминающимися. Пес резвился как мог, не жалел сил, прыгал прямо перед камерой. Ну, каждый раз пытался вот с собой заслонить. Хей-хей, привет! Жениха. Да, и ему удалось сделать очень веселую фотосессию. Ну, в общем, почему бы и нет? Ты знаешь, по-моему, сниматься на улице, да еще со своими домашними животными, это отличная идея. По мне, так там самый лучший интерьер, вернее, экстерьер. А будет ли сегодня сухой асфальт, вернее, долго ли его нам еще ждать, мы узнаем из прогноза синоптиков. В пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. В северных и западных районах в дневные часы от минус 2 до плюс 5 градусов. Восточных и южных до 4 градусов со знаком плюс. В Самаре и Тольятти днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью немного прохладнее, около 0. Легкий северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. История фотографии почти с момента ее появления и по сегодняшний день развивалась по спирали. Фотостудии начинались с таких небольших студий, украшенных пышными интерьерами. Сегодня, друзья, все возвращается. Не так давно в нашей губернии появился и стал популярным необычный формат – это интерьерная фотостудия. Здесь может быть все, что угодно. Имитация улицы, уютного дома, дворца, клуба. Ну, в общем, на что хватает фантазии. Это точно. В интерьерных фотостудиях может встречаться необычный реквизит, ретро-фотоаппараты, чемоданы, да, в общем-то, все что угодно. Мы насчитали с Женей около десятка таких фотостудий в нашем городе. В губернии их еще больше. Да, но это только мы насчитали. Да, контакты легко найти в интернете, я думаю, это не составит труда. Итак, если вы решили уже куда отправиться фотографироваться, то вот вам несколько советов. Как
это сделать. Саш, давай, ты записываешь или ты будешь так изображать, собственно, что делать? Я готова. Позируй, да, это лучше. Добиться удачного кадра очень просто. Самая простая портретная поза – это взгляд из-за спины. Да, вот так. Через плечо. Больше остроты. Через плечо, все правильно. Дальше, подключаем руки. Главное правило – никаких плоских, напряженных ладоней. Вот, Саш Байдачная, абсолютно образцовая модель. Они должны быть мягкими, гибкими, кисти, изящными, как Саша. И они должны быть видны только с тыльной стороны. Ты это учла? С тыльной стороны. Все. Ну, у меня пока все. Саша повторила все, по-моему, восхитительно. Да, также можно поиграть с диагоналями. Например, на что-нибудь облокотиться. На вашего соведущего, к примеру. Или на какой-нибудь подвернувшийся вам столик. А еще можно наклониться на фотографа. Чуть-чуть это тоже выглядит весьма привлекательно. Ну и вот такая вот поза с вскинутыми вверх руками подойдет для девушек с... Вскинутыми вверх руками. Худощавым телосложением. Как-то так. Как-то так. Ну, кстати, все позы отработаны, мне кажется, не раз у Сашки. Очень здорово получается. Если вы решили сфотографироваться в позе сидя, и это отдельная задачка, нужно одну ногу согнуть в колени, вторую ногу тоже согну и прижать к груди. Согнуть в колени, прижать к груди. Другая нога также согнута в колени, должна лежать на земле, ну или на чем вы там сидите, а взгляд направлен в объектив. А вообще, мне кажется, что любая удобная вам поза, гармоничная и комфортная, будет удачной. И кадры получатся очень живыми и замечательными. Но все-таки не забывайте про свою спортивную форму, если вы отправляетесь на фотосессию. Руки вскинуты. Это точно. А для этого в нашей программе существует спортивная рубрика «Простые движения». Смотрим и повторяем за нашим фитнес-инструктором. Всем доброе утро. Сегодня наши простые движения будут направлены на развитие мышц живота. Для этого мы ложимся на коврик. Вытягиваемся полностью и делаем подъемы диагональная книжка. Разноименные подъемы рук и ног. Начинаем с правой ноги. Стараемся поясницу не отрывать. Ногу поднимать как можно выше. Еще 4 раза. Закончили. Следующее упражнение. Нам понадобится мячик. Если дома нет мячика, можно будет использовать какой-нибудь утяжеленный предмет. Садимся, отрываем ноги от пола, держим перед собой мячик и поворачиваемся в стороны. Разворачиваем не только мяч, но и корпус поворачиваем. Ноги остаются на месте. Еще 2 раза. И еще один. Закончили. Дальше кладем мяч, оставимся в этом же положении и просто замираем. Еще пару секунд. И закончили. На сегодня это все. Всем хорошего дня. Пока. Это сейчас фотография стала чем-то обыденным, и у каждого из нас в кармане лежит мощный фотоаппарат, встроенный в телефон. А вот ведь человечество на протяжении всей своей истории, бедняжечка, не слышало даже о фотографии ни разу. Ни тебе селфи, ни тебе фотосета в интерьерах роскоши. Вообще мрак какой-то. Но в середине 19 века в Европе стали появляться диковинные камеры, способные запечатлеть картинки. А вместе с камерами появлялись и салоны, где можно было за большие деньги сделать фото на документы. Да, 3 на 4. В таких фотоателье работали аж по 25 человек, которые непрерывно корпели над фотокарточками, проявляли их, немножечко подкрашивали. Это тоже считалось нормальным. Интересная деталь. В таком заведении, кроме штатива и камеры, обязательно был еще подковообразный кронштейн, который удерживал голову модели в одном положении. Это было необходимостью, потому что один снимок делался от 20, вдумайтесь, до 45 минут. Зато качество порой даже превосходило нынешние цифровые съемки. Так-то.
И хоть сейчас в это сложно поверить, но все зависело от погоды. Фотография зависела от погоды. А насколько ясно солнышко освещало помещение, настолько качественные и получалась фотография. Еще одним атрибутом тогдашних фотоателье, это, к слову, о помещениях, были разрисованные фоны. Людям было интересно видеть себя на фоне поместья или моря, прямо как в современных интерьерных фотостудиях. Ну да. Тогда, в общем-то, и родилась мода на фотосессии. Пионерами русских фотоателье стали два компаньона – Давиньон и Фокунье. Они расположили свое заведение в Петербурге, в тогдашней столице, на Никольской улице, прямо в центре. Им же посчастливилось сделать первые фотосессии с русскими красавицами. Вот свезло так свезло. А к своему выступлению уже готов знатный красавец, календарь губернии. Эх, так хочется его щелкнуть. Сегодня 11 марта. В такой же мартовский день 1834 года российский император Николай I утвердил положение о гражданских мундирах. Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных дресс-кодов. Согласно этому положению, для каждого ведомства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цветов, а красный цвет закреплялся за сенаторами. Таким образом, с того времени по внешнему виду чиновника, по цвету его мундира, по серебряному или золотому шитью можно было определить его принадлежность к конкретному министерству. К слову, государственный служащий, выходивший в отставку, мог сохранить свой мундир, если прослужил в ведомстве не менее 10 лет и без каких-либо нареканий. При этом дамы тоже не оставались в стороне. В торжественные дни они должны были выглядеть с иголочки. 11 марта в разные годы и столетия на свет появились многие известные люди. В их числе русский военный офицер, мореплаватель, адмирал Василий Чичагов, французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог Мариус Петипа, популярный советский актер, полюбившийся зрителям по главной роли в фильме «Офицеры», народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Георгий Юматов, а также известные российские актеры театра и кино Мария Аронова и Юрий Чурсин и другие знаменитые. В именинниках сегодня только представители сильной половины человечества – Михаил, Петр и Сергей. Сегодня в народном календаре день Прокопа Перезимнего или Дорогорушителя. Когда-то об этом дне на Руси говорили так – Прокоп увяз сугроб, или на Прокопе снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу, надежно ли. Также прислушивались к капеле. Если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться. Зато при хорошей капеле можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы. Если заяц перебежит дорогу, это к неудаче. А если то же самое сделает собака, беды не будет, но и большого успеха тоже. Крестьяне в этот день наблюдали за вербой. Если ее почки распускаются с макушки, то начинать сеять лучше пораньше. А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников. Как только они появлялись, это означало, что пора начинать пахоту. Таким был в истории 11 день марта. Всем хорошего весеннего настроения и творческого вдохновения. А мы не устаем вам напоминать, что с нетерпением ждем ваши фото и видео в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется «Утро губернии». Сегодня смотрим фоторепортаж из школы котоведов. Есть в нашей губернии такая. Здесь учат общаться с домашними обитателями. Ну, а также можно попить чай в окружении кошечек, которые так и просят, чтобы их погладили. А может быть, даже и взяли домой. За фото мы благодарим Светлану Маковееву. Очень милые и теплые фотографии. Какой у него взгляд проницательный. Вообще, если кошку нарядить, это прям выход из всех ситуаций. Любой стресс нипочем. Наряженная кошка. Наш фотогеничный корреспондент Елена Шишкина всегда привыкла сама быть в объективе фото- и видеокамер, но на этот раз она сделала исключение, благородно уступив свое законное место талантливым работам жительниц Новокуйбышевска. Что заставило Елену так поступить, узнаем прямо сейчас.
Часто при слове «художник» в воображении возникает образ бородатого мужчины средних лет с перепачканными краской руками и отстраненным взглядом. Но, несмотря на расхожие стереотипы, все чаще к мольберту встают нежные девушки. В Новокуйбышевском музее еще 13 лет назад взяли за правило в канун женского праздника отдавать выставочный зал в полное распоряжение представительниц слабого пола. 13 лет назад, в принципе, еще выставочная деятельность не была так развита, как сейчас, допустим, когда уже мало кого можно удивить, потому что есть уже достаточно большой выбор и галереи, и тематикой, и художницы уже более стали такие, в общем-то, сами себя продвигают хорошо. А в то время, ну, это было, в принципе, тем более для нашего города, это что-то новое. Едва войдя в зал, сразу чувствуешь, что среди авторов только дамы. Здесь представлены больше графики, то есть пастель, тушь перо, то есть более нежные такие воздушные материалы. Мужчины все-таки чаще пишут масляными красками, так пастозно, большие полотна. А здесь любование, созерцание обычных вещей. Это и пейзажи, и натюрморты. Такое созерцание, женский взгляд действительно на мир. Еще одной традиционной особенностью выставки «Женских рук. Чудесное творение» стал весьма демократичный подход к ее наполнению. Принять участие в ней могут не только профессиональные художники, но и живописцы любого уровня, даже те, кто впервые стал к мольберту полгода назад. Так что в небольшом Новокуйбышевске выставка становится едва ли не семейным праздником, где каждый ценитель может найти, если не собственную работу, то картину подруги или соседки. Постоянные посетители утверждают, что за 13 лет местные художницы сильно изменились и ушли от красивости и вечного рисования букетов. Их все чаще занимают серьезные темы и неординарные сюжеты. Выставка отличается тем, что она более творческая. И здесь, согласитесь, что коммерческие выставки отличаются от того, что у художника сидит в душе. Вот здесь как раз художники показывают, что идет изнутри. Меньше всего думаю, чтобы это понравилось кому-то. И главное, что за эти годы выставка не наскучила горожанам, которые каждый раз с восторгом принимают весенний подарок новокуйбышевских художниц. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, «Утро губернии». Знаешь, Саш, я совершенно не умею играть на гитаре. Но все же гитара у меня есть. Знаешь, зачем? Догадываюсь. Фото с гитарой – это классика жанра. Она украшает любого человека. А вот если бы ты умела играть на гитаре, как наши барды, цены бы тебе не было. Но тогда уж, пожалуйста, во время фотосессии не забывай слушать бардовские песни. Окей. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется медный талисман. Он меня нашел ночью на ветру, когда сердце провалилось в черную дыру. Кто его послал, кто его просил, разве знает, что хранит он из последних сил? Он меня нашел ночью на ветру, сердце провалилось в черную дыру. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется талисман. Первая любовь, битое стекло, эти трещины, морщины, время утекло. У второй любви ни кровинки нет, спит на звездах, изменяя лучшие склонения. А у третьей пух, нежный над губой, левый глаз у ней зеленый, правый голубой. Говорю ей, дай мне побыть с тобой, расскажу, что будет с нашей судьбой. Будет первый труд, мальчик будет муж, будут битвы и молитвы за спасение душ. Будет то, что есть миллионы лет, потому что быть не может, с нами чего нет. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется медный талисман. Счастлива ты, мать, путь твой осиян, на все стороны вселенной светишься от ран. Грешная ты плоть, святый дух земли,
земля, на все стороны вселенной жизни тайный план. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется талисман. Мы продолжаем, и у нас в гостях имиджмейкер и стилист Лика Бандарова и Руслан Макушкин. Это фотограф. Здрасте, Руслан. Доброе утро. Здрасте, доброе Лика. Утро. Доброе утро. Ребята, мы знаем, что у вас есть какой-то уникальный проект с преображением людей связанный. Расскажите о нем. В чем суть и цель? Из последних тогда? Да, конечно. Да, ну, у нас был недавно совсем мужской проект, скоро он все его увидит. Там мы как раз пытались показать успешных наших мужчин самарских во всей их красе, чтобы они тоже понимали, что фотосессия не только для женщин, но и для мужчин, потому что многие как-то еще пока стереотипно так в эту сторону думают. Вот. Нам главное было показать через фотографию, что была задача Руслана, вот их индивидуальность, какие они есть. И фотографии, как они такими были... читаемыми, скажем так. Потому что, смотря на фотографию, как раз-таки можно было предположить, кто этот человек. Это вот такая основная задача была наша. Я думаю, мы с ней справились хорошо. Ну, как вы подбирали стиль того или иного героя? То есть максимально нужно было проявить его характер, индивидуальность? Да. Ну, смотрела, конечно, на человека. То есть, если это был бизнесмен, конечно, я знала, какие приоритеты бывают у бизнесмена в первую очередь. И через фотографию, как мы же все равно так или иначе визуально, несознательно где-то определяем, да, это вот, наверное, вот он, а это вот, наверное, чиновник, а это, потому что адвокат там, как кто-то. И, то есть, исходя из этого, было как раз-таки понимание того, как он должен выглядеть. Ну, они сначала так, может быть, немножко было непривычно даже в какой-то степени, потом все очень довольны были. Ну, вот Руслан, может, свою часть расскажет. Как да, все ли умеют фотографироваться? Расскажите. Это не обязательно находится. Вы знаете, тут такой парадокс. Девочки чаще всего фотографируются, а мальчики нет. Но получилось так, что в моей карьере как-то мне сподручнее было мужчин фотографировать. И вот эти ребята, которых мы звали, как правило, это все были успешные мужчины. Вот. И все достаточно было просто, да, при прочих равных условиях. Кто-то лучше, кто-то менее лучше, да, но в целом все были очень хорошие, молодцы, ну и как бы техника моего фотографирования такая, что мне важно снять их характер, какие они люди, показать какую-то динамику, форму. Если Лика работала над одеждой, то я работал над всеобщей формой, на формой мимики и эмоций. Даже мимику? Над тем, чтобы даже они раскрылись в процессе, да, потому да, что да. Это с некоторыми было сложновато. А вот это как? Понятно, что это секреты мастерства, и я даже не претендую, что если вы скажете, это секрет, но все же, как раскрепостить тех самых мужчин, чиновников, очень серьезных бизнесменов, которые, ну, как сказала Лика, иногда имеют какое-то предубеждение по поводу фотографии. Ну, надо, во-первых, надо быть самому простым. Вот сейчас вот я пришел на эфир, смотрю на вас, и вы так просто себя ведете, и мне стало как-то легче. То же самое и здесь, да. То есть это какая-то простота подхода, простота поведения, да. Но в то же время, да, человеческое, но в то же время, конечно, это не пятикопеечная простота, да. Вот. Это разговаривать на равных. И такое есть еще такая как бы хитрость, немножко выбивать людей из обыденной жизни, то есть вести себя немножко театрально, быть немножко клоуном, да, в каком-то смысле. Люди быстренько расслабляются, они не чувствуют какой-то страх или еще что-то. Стресс пропадает. То есть вы тоже в образе, когда вы фотографируете? Обязательно, да. Я в таком образе, что порой сложно отличить, да, кто из нас фотографируется. А в процессе фотографирования у нас еще такая появилась фишечка, когда я даю, фотографирую ему камеру, и он фотографирует меня, да. Вот это да. И вот он тогда понимает всю сложность, на самом деле, работы Руслана. Да, да, да. Расскажите кратко, как подготовиться к фотосессии. Что нужно знать, что нужно уметь? Уметь нужно, понимать нужно, для чего фотосессия, да, если это семейная фотосессия, это одно, если это там на глянец, это другое, если это на славстори или еще что-то, вообще третье там, да. Но в целом надо понимать, что за кадром работает еще несколько человек, помимо меня, Руслан, это визажист и хайр-стилист, потому что они должны все подготовить, вы должны быть подготовленными со всех сторон, чтобы все казалось естественным, таким природным, гармоничным, и в то же время над этим очень много людей трудится, как правило. Потому что красивая фотография, просто так она получается с хорошим фотографом, с хорошей командой в любом случае. Потому что так вот не бывает одно без другого.
И вот эти дополнения, мелочи, они как раз, вот когда мы смотрим, мы же там говорим, да, гармонично очень получилось все. И они довольны, и мы довольны. Ну, вы довольны тем, что получилось. Я даже не о том, что, ну, вы достигли цели, вот так вот, скажем, в вашем проекте. Вы так представляли этот проект? Да. Думаю, да, мы достигли. Мы их с разных сторон им самим же показали, и это было на самом деле здорово, потому что они в таком воодушевлении. Это самое главное. Здорово. Ну что ж, спасибо большое за то, что подняли нам настроение, за то, что рассказали, немножечко приоткрыли вот эту завесу. Да, надеемся, у вас планы далеко идущие вперед, будут еще преображения, приглашайте нас, Женя, сниматься. Обязательно. С удовольствием. Спасибо вам, отличного дня и чудесного настроения. Да, спасибо, мы продолжаем, у нас впереди новости. Доброе утро, губерния, с вами снова ведущий Саша Байдачный. И Женя Плотников, и мы рассказываем о фотографиях, фотосессиях, в общем, обо всем, о том, что оставляет наши следы в истории на фотопленке. На фотопленке. То есть в споре цифра против пленки, ты на стороне пленочников, правильно? Я? Да. Конечно, цифровая фотография может быть в 1000 раз ярче, качественнее, но у нее не будет такого шарма и такой души, душевности, как у пленочной фотографии. Очень много в последнее время людей с тобой соглашаются, и вообще это такая тенденция последних лет. Никакой технический прогресс вообще не переубедит таких людей, которые любят шарм фотографий, именно фотокарточки. Аргументы ретроградов железные, непоколебимы. Пленочный фотоаппарат дисциплинирует фотографа, он начинает ценить и выверяет каждый кадр, поэтому снимки на старый, ну, я не знаю, «Зенит», «Любитель» в твоем случае, я знаю, ты на него фотографируешь, получается в разы лучше, чем на любой новомодный, самый крутой фотик. А еще не забывай про фотоальбомы. Как приятно держать в руках тяжеленький альбомчик, наполненный яркими, живыми кадрами, вместо того, чтобы заходить в папку компьютера, в которой свалены 1000 удачных и менее удачных кадров. Ну, должен я все-таки вступиться за цифровые фотоаппараты, за цифровые фотокамеры. Все-таки некоторые камеры просто невозможно сделать без цифры. Например, съемки далеких планет, там, с марсохода, например. Ну и вообще снимки звезд. Вот, как это сделал Самир Шафики из Сызрани. Полюбуйтесь, какие кадры у него получаются. Он фотографирует планеты, не выходя со своего сызранского двора. Представьте себе. Ты знаешь, Татьяна Пецина часто выходит со своего двора. А иначе как попадешь на выставку? Котик Марсель – бравый вояка. Избороздил все моря и океаны. Сейчас держит путь на родину. Чистокровный француз соскучился по Елисейским полям. Каждая игрушка Ксении Шалай рождается сразу со своим прошлым. Истории про плюшевых животных приходят в голову сами собой. Есть игрушки, которые изначально как образ придуманы, отталкиваясь от имени, а есть игрушки, у которых имена появляются после рождения, после того, как мы уже одеваем полностью. Поэтому этого он родился, когда у него появился головной убор. Вот у него появилась шапка, он стал очень похож на пирата морского, поэтому появилось желание назвать его именно так. Все экспонаты выставки «Кукольный дом» созданы по мотивам исторических событий или литературных произведений. «Алиса в Зазеркалье», «Маленький принц, мечтающий о приключениях», «Модница», «Пеппи», «Длинный чулок». Более 70 игрушек выполнены мастерами из Самары и Тольятти. Все это любимые нами персонажи. И здесь вот они нашли такое воплощение в 3D. Это куклы почти живые, у которых румяные щечки, блестящие глаза и так далее. То есть вот здесь все это можно посмотреть, понять для себя логику, как, во-первых, появляется персонаж, как можно его сделать вот таким объемным. А это уголок Буратино. Задорный Орликин, скромная Мальвина и вечно грустный Пьеро выполнены в перчаточной технике. Такие игрушки идеально подойдут для домашнего театра. Любой ребенок хоть раз в жизни мечтал, чтобы герои любимой книжки ожили, и сказка стала бы явью. Литературный музей «Самарский» связан непосредственно с Алексеем Толстым. Алексей Толстой и бренд уже «Самары» недавно вам поставили памятник
чугунный и, в общем-то, Буратино. Буратино связан с кукольным театром. Ну, поэтому вот и пришла идея вот к этой выставке сделать еще вот таких вот перчаточных кукол, да, которые имеют отношение непосредственно вот к театру Дель'Арта. Каждому персонажу мастера стараются придать индивидуальность. О том, кто перед нами – барышня-крестьянка или дама из высшего общества – можно узнать не только по выражению лица или костюму, но и по интерьеру ее покоев. Обжить кукольный дом, наполнив его миниатюрной мебелью, предлагают самым маленьким посетителям выставки. Мне понравилось очень много кукол. Они все такие образные, стильные, красивые. Хоть мы и только пришли, уже так прям много впечатлений таких. Прям вообще. Кроме самой экспозиции, литературный музей подготовил множество мастер-классов, которые раскроют творческий потенциал и взрослых, и детей. Смастерить плюшевого мишку, нарисовать винтажную открытку или поставить свой собственный спектакль удастся на экспериментальной площадке. Корпус расположен по адресу Куйбышева, 113. Татьяна Пецина, Игорь Лунев. Программа «Утро губернии». А мы продолжаем. У нас в гостях фотограф Мария Базюкина. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим о фотосессиях. В общем-то, самый важный, наверное, вопрос. Как же все-таки правильно вести себя на фотосессии, чтобы получились удачные кадры? Правильная фотосессия с хорошим результатом – это совместный результат фотографа и клиента, и вас. То есть заранее нужно побеспокоиться, чтобы подготовиться к фотосессии. Заранее продумать образ, локацию, место. И то есть нужно заранее поговорить с фотографом, чтобы он подсказал вам, во-первых, где мы будем фотографироваться, какой сюжет. И уже от этого мы подбираем образ, подбираем время. Бывают ли нефотогеничные люди? Или все на фотографиях могут получиться хорошо, абсолютно все? Да, на фотографиях могут получиться все. Все дело, опять же, в правильной подготовке. То есть для того, чтобы у вас был максимально качественный результат, вам нужно в первую очередь понять свой стилистический типаж, понять ваши задачи и в дальнейшем уже договариваться с фотографом и придерживаться намеченного плана. Тогда у вас будет максимально. Еще, конечно, это хорошее настроение, это положительный настрой, это никаких нервов, это поможет передать фотографу ваши эмоции, ваше настроение. Ну как не нервничать, если я пришел на фотосессию, не поняв свой стилистический типаж? У меня начинается мой мандраж. Когда вы договариваетесь с фотографом, например, со мной, то я вам предлагаю несколько вариантов, где можно... Вы предлагаете, да? Конечно, я вам предлагаю несколько вариантов, где можно провести фотосессию. Мы с вами заранее выбираем, обсуждаем какую-то интересную зону. Если речь идет о фотосессии в студии, то сейчас уже мы снимаем не на фоне, то есть это в интерьерные фотостудии, где, например, если вы себя чувствуете комфортно в максимально домашней атмосфере, то я вам могу подобрать такой зал, где есть диван, камин, где есть максимально комфортные условия для вас. А если вам интересно более какой-то экстремальный вид фотосессии на мотоцикле, например, то мы уже выбираем такой зал. А главное – это учитывать ваши потребности, ваш характер и ваше настроение в данный момент. А есть какие-то правила поведения во время съемки? Как себя раскрепостить, настроить, может быть? И может ли сделать этот человек сам? То есть всем ли это удается? Я думаю, что это удается всем. Это, опять же, контакт максимальный. Человека и фотографа. Для того, чтобы человек не сомневался, что он хорошо получается в кадре, я всегда не делаю тайные полученные снимки. Я в течение фотосессии я обязательно показываю, я хвалю, то есть отмечаю всегда положительные моменты. И если есть какие-то недочеты, например, там, может быть, как-то неправильно легла челка или еще человек чувствует себя неуверенно, то я ему продемонстрирую, что все отлично, и это сразу заряжает положительным настроем, и мы продолжаем фотосессию на позитивном ключе дальше. Отлично. А вы говорили об интерьерах. Если мы выбрали семейную фотосессию, как быть с детьми? Как их подготовить? Если мы говорим о фотосессии в студии, да, то здесь... Например.
то здесь, в принципе, мы, когда приходим в студию, уже есть необычные интересные интерьеры, которые привлекают реквизит, детей, наверное, реквизит, да, да, и они, у них глаза горят, и они с удовольствием включаются в этот процесс. Потом нужно учитывать элемент игры, то есть мы предлагаем, что залезть в какой-то чайник необычный или по лестнице, опять же, если ребенок подрос, сфотографироваться на мотоцикле или в сеновале, и, конечно, так как дома этого нет у ребенка, он в любом случае заинтересуется, и фотограф сможет снять вот эти вот эмоции максимально ярко. Мы немножечко прервемся в нашей беседе, сделаем небольшую паузу. Мы решили поинтересоваться у жителей нашей губернии, как хорошо получиться на фотографии. Вот какие ответы мы получили. От рождения надо быть красивой, быть естественным. Ну, нужно, наверное, представить, что эта фотография будет для какого-нибудь, для самого любимого человека твоего. Вот. На фотографии человек должен быть естественным, но в таком состоянии его трудно зафиксировать, потому что влияет настроение на человека. С утра надо хорошо встать. Быть естественным, то есть улыбаться искренне, и тогда всегда фотография получится замечательной. Как получиться идеально на фотографии? Вы меня вообще слушаете? Надо улыбаться и быть ухоженной. Самое главное, неожиданно. Без фильтров, скажи. Нет, с фильтрами. Нет. А то я страшный. Улыбаться. У меня никогда хорошо не получается. Такие мнения. Не все уверены в своей фотогеничности. Не каждый нашел своего фотографа. А, то есть вот в этом вопрос. Да. Но видите, преобладает мнение, что нужно быть естественным. Вы согласны? Да, я согласна, что не нужно из себя ничего изображать, нужно максимально быть естественным. Давайте попробуем прямо сейчас пофантазировать и накидать какие-то идеи, где можно провести семейную фотосессию, необычную какую-то, или фотосессию пары. В каких местах, в каких интерьерах вам приходилось снимать, может быть, запоминающихся, и кадры получились невероятными? Вы знаете, все зависит от человека. Один раз у меня был такой случай, что я фотографировала пару врачей. Это была предсвадебная лавстори, и мы с ними отправились на теплоходике «Москва» за Волгу. Кажется, ничего необычного, что небольшая фотосессия. Сначала мы приплыли, там фотографировались за Волгой, погуляли на мостках, у нас был красивый пикник, и потом на закатном солнце мы поплыли назад. Классика. Кажется, да, что ничего необычного, но жених был настолько растроган, что он мне даже сказал, что он переживал, как пройдет 12-часовая свадебная съемка, а теперь 3 часа пролетели незаметно, и это очень сильно его вдохновило и как бы расслабило, и кадры получились великолепные. Здорово. Ну вот вы сейчас сказали про Заволгу, я вижу, что есть у нас зимние кадры. Какие самые экстремальные условия были, в которых вы снимали? Самые экстремальные условия в том году я снимала, опять же, Love Story. Мы договорились, что мы будем фотографироваться в загородном парке, кидаться снежками, но внезапно у нас настал мороз, был минус 25, припарковались мы на нижней стоянке, моя пара была очень морозоустойчивые. Да, они сказали, ничего подобного, ничего не отменяли. Они ничего не отменяли, да. Потом мы продолжили нашу фотосессию в кофейне в старом городе, и потом они сказали, давай доснимем на набережной. Представляете, этот белый простор, мороз, иней, и они в светлом, без верхней одежды. Очень увлеченные без люди. Без верхней одежды. Ну а что, я их понимаю. Я, между прочим, на снегу фотографировалась. В платье в летнем. Да. Я все ради удачного кадра. Поражаюсь морозоустойчивости Марии. Это ведь на набережной, ну... На набережной. Мария, а если мы берем с собой домашних животных, как быть в этом случае? Как фотографироваться с собаками, кошками? Я всегда с удовольствием. Вот последние 2 фотосессии, детские, семейные, которые у меня были с домашними животными. Если кошечку, семья завела котенка, для них было это очень радостное событие, веселое. Они меня пригласили в свой дом, и мы устроили обалденную фотосессию в спальне. Котенок у нас гулял по большой кровати, дети валялись с ним, кормили его, играли. Была потрясающая фотосъемка. А с собаками в основном, конечно, в парке мы фотографируемся, где-то на природе.
И часто происходят очень веселые, казусные случаи, о которых потом мы с удовольствием вспоминаем. Ну, то есть собаки бывают собою, они закрывают вообще все и становятся центром внимания, правильно? Нет, собака искупалась в канале. А, вот так вот, да, неожиданно. Ее так долго причесывали, мыли. Как обидно. А, знаете, хотел буквально напоследок в двух-трех словах сказать, чего нужно остерегаться в фотосессии. Ну, опять же, если такие какие-то есть стопы, может быть, если вы встали не с той ноги, ну уж, пожалуйста, отмените фотосессию. Я не знаю, я уже фантазирую за вас. Я думаю, что от фотосессии никогда не стоит отказываться. Даже если вы в плохом настроении, фотосессия – это лекарство. Лекарство от скуки – это прививка позитива. Но если у вас, вы, наверное, видели часто в интернете ожидание реальность, да? Когда... И я считаю, что фотосессия первоначально, если вы не уверены в своих возможностях, то лучше еще отложить, не эту идею не оставлять до конца, а просто получше организовать. И тогда ваш результат, он произойдет, ваше ожидание. Спасибо вам огромное, хорошего дня и, ну, не знаю, наверное, в этом случае не желают фотогеничных моделей, потому что все модели фотогеничные, да. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем, мы далее переходим к рубрике «Азбука жизни», которая расскажет, что бывает, когда человек одушевляет предметы. Интересно о том, о чем вообще можно говорить, например, с фотоаппаратом. Фотоаппарат, как дела? Как и многие мужчины, Владимир воспринимает свой автомобиль почти как живое существо. С трепетом следит за его состоянием и даже придумал машине имя. Ну а теперь, ласточка, поедем работать. Мы спросили нашего эксперта, не странно ли давать имена неодушевленным предметам. По ее мнению, чаще всего в такой манере нет ничего особенного. Это, ну, отзвук детства. Если это вас утешает... Спокойно, разрешите себе это баловство. Мы можем себе позволить некоторые капризы, некоторое баловство, некоторое такое эхо из детства. Если вам это облегчает жизнь, это лучше, чем пить водку или таблетки. Возможно, человеку, чья машина носит имя, не хватает теплого живого общения с реальными людьми. У него нет семьи или отношения с близкими натянуты. Зато автомобиль никогда не подводит и служит предметом гордости. Главное, уверен психотерапевт, чтобы на авто не переносились представительские функции, то есть человек не начинал ассоциировать себя с железным конем. Если это средство престижа, если я без машины как бы не человек, а вот на этой машине я бодр, я активен, я охотно знакомлюсь с девушками, вот, так сказать, помахивая, без машины, находясь в общественном транспорте, я не чувствую. То есть машина выполняет функцию некую знаковую. Неестественной можно считать и страсть к слишком дорогим машинам, покупка и обслуживание которых съедает львиную часть бюджета. Это престиж. Вот без этого символа, без тоги я не сенатор. А вы можете быть в рубище сенатором, понимаете? Вот это... Вещь, которая выполняет знаковый символический смысл. И тогда, если эта машинка маленькая, красненькая, и зовут ее помидорка, то что? Замечательно. Это дополнительная ваша игрушка. Это вы барышня. Когда у вас маленькая, красненькая помидорка, это еще одна дополнительная игрушка, которая не носит символический смысл. Многие уверены, что трепетные, почти человеческие взаимоотношения с машиной – залог ее надежной службы. Но все же не стоит придавать этому мистический смысл. И уж точно не следует обожествлять свой автомобиль. Как ни крути, его главное назначение – доставить вас из пункта А в пункт Б. Что ж, у нас на этом все. Наша утренняя фотосессия подошла к концу. Надеюсь, что мы не испортили вам ни кадры. С вами были Саша Байдачная. И Женя Плотников. Пока. Пока. Слушай, Саша, я знаешь, что подумал? Вот слева в профиль я очень похож, мне кажется, на Юлию Цезарь. Боюсь предположить, Женя, смотри, на кого же ты похож в правого Эйнштейн. Профиля. Эйнштейн, да? Эйнштейн, говорю! Благодарим фитнес-клуб Kinup Wellness за помощь в проведении съемок.
За подбор одежды ведущих программы благодарим стилиста-имиджмейкера Анастасию Камышеву, а также магазин Italy Store и бутик одежды Этуаль.